Привет всем! В этом видео я вам покажу и расскажу пошагово, как научиться рисовать вот такой вот глаз с такими длинными и пушистыми ресничками. Нам понадобятся белый лист бумаги, черный и простой карандаш, ластик и что-нибудь для растушевки, например, ватный диск. Для начала проводим еле заметную линию, затем рисуем верхнее веко и нижнее веко. Нижняя века в начале глаза будет немного изгибаться, так как показано на видео. Начальная точка глаза, где находится у нас лестница, она всегда ниже, чем конечная точка глаза. Сейчас мы намечаем карандашом, где у нас будет находиться ратушка глаза. А также посредине ратушки мы нарисуем зрачок и наметим, где у нас будет находиться блик от света. Саму ратушку мы сейчас нарисовали в виде круга. И нужно учитывать, что нижняя часть ратушки едва прикасается к нижнему веку, а верхняя часть ратушки, она слегка прикрывается верхним веком. На данном этапе мы можем прорисовать некоторые детали. Это нижняя века, где у нас будут посажены реснички, и складку над верхним веком. Также выделим больше линию верхнего века, ратушки, и прорисуем слезницу, так как показано на видео. Теперь можно взять резинку, ластик и вытереть все лишние линии. Теперь мы можем приступить к деталям. Разрисуем черным зрачок, но не задевая то место, где мы наметили блик от света. И выделяем лучшее место для блика. Все лишнее мы вытираем ластиком. Выделяем черным карандашом контур ратушки и прорисовываем черным карандашом верхнее веко. Теперь берем простой карандаш и накладываем тень от верхнего века. Я это делаю небольшими штрихами и прохожусь так по всей верхней части глаза. Также я карандашом прохожусь по уголкам глаза, как показано на видео, и больше прорисовываю слезницу глаза. После я возьму ватный диск и пройдусь по всему глазу, то есть растушую наши тени. Пройдусь по ратушке самой, по белку, это в уголках глаза, по слезнице и под нижним веком. В общем, там, где у нас будут ложаться тени. После чего я могу приступить уже к прорисовке отдельных деталей. Вот что получилось, когда я прошлась ватным диском по глазу. На данном этапе прорисуем детали ратушки. Я это делаю маленькими штрихами разной длины.
Ободок ратушки всегда темнее, чем сама ратушка, поэтому мы там прорисовываем короткие, четкие линии друг возле дружки, но разной длиной. Возле зрачка ратушка будет также темнее, поэтому мы от зрачка делаем небольшие выраженные линии разной длиной. Там, где у нас ратушка светлее, мы проходимся небольшими стрижками разной длиной, едва дотрагиваясь карандашом к бумаге. Проходим карандашом по всей окружности ратушки, направляя линии разных размеров от края к центру и наоборот, так как показано на видео. В верхней части ратушка будет всегда темнее, так как от верхнего века падает тень. В верхней части глаза я еще раз прохожусь ватным диском, растушевывая тень. Для растушевки нижней части глаза я взяла ушную палочку, где на кончиках есть вата. Также с помощью этой палочки я растушевываю слезницу и прохожусь по верхнему веку, а также где это необходимо. Простым карандашом поправляю складку над верхним веком. Небольшими штрихами я наношу возле складки тень. После я ее растушую ватным диском. Ушной палочкой я помогаю создавать себе тени верхнего века и нижнего, так как это показано на видео. Карандашом небольшими штрихами я наношу тень на нижнем веке и растушевываю ее ватным диском. На каждом этапе я прорисовываю детали карандашом, растушевывая его ватным диском или ватной палочкой. Таким образом, я создаю больше тени, объема и придаю реалистичность глазу. Теперь можно начинать рисовать ресницы. Начну я с уголка глаза,
с конца, где у нас ресницы, всегда длиннее. Так как у нас ресницы будут густые, пушистые, то несколько будет рядов из ресничек. Стараемся реснички закруглять. По бокам реснички у нас будут смотреть по сторонам, а по центру реснички у нас будут тянуться кверху. В начале глаза всегда ресничек меньше, и они короче, и они всегда больше закругляются, чем в конце глаза. Рисуем второй ряд ресничек. И как вы уже заметили, реснички у нас разной длины. И чтобы реснички выглядели более естественнее, они не должны все смотреть в одну сторону. Где-то они должны и переплетаться. Для пышности и объема ресниц мы первый ряд сделали короче реснички, а второй мы уже делаем подлиннее ресницы. Таким образом, мы на первом ряде ресниц набиваем себе руку по рисованию ресниц, а второй у нас уже получается более уверенные и красивые длинные ресницы. Для густоты ресниц я черным карандашом прохожусь небольшими короткими штрихами возле века, особенно там, где у нас большие пробелы. Таким образом, мы избавляемся от пробелов и придаем густоту нашим ресницам. При этом не забываем работать над тенью, так как от длинных ресниц будет больше падать тень на глаз. Еще один секрет пышных и густых ресниц. После того, как мы их нарисовали, слегонца растушевываем верхнее веко и складку над веком ватным диском. После мы эту складку можем поправить карандашом. Также черным карандашом мы поправляем наши реснички, так как показано на видео.
По необходимости прорисовываем детали на ратушке глаза. После я беру простой тонкий карандаш и буду рисовать реснички на блике. То есть у нас будет на глазе отражение от ресничек. Это придаст реалистичность глазу. А так как реснички у нас длинные, то они будут отражаться также на белке глаза. На нижнем веке мы рисуем реснички по той же схеме. Сначала короткие, затем чуть длиннее и немного их закругляя. Также не забываем, что по бокам реснички будут смотреть в сторону, а посередине реснички будут смотреть прямо. Чтобы добиться такого эффекта, вы можете увидеть на видео, как посередине у меня реснички перекрещиваются. Немного их затушуем ватным диском и поработаем над деталями глаза. Немного проработав детали, где нужно додали тень, я прорисую второй слой ресничек на нижнем веке черным карандашом и сделаю их немного длиннее. Теперь я беру ластик и острым углом ластика я высветляю необходимые места. Это слезница, также нижняя века в некоторых местах и белок глаза возле ратушки, так как белок возле ратушки всегда будет светлее, чем в остальных местах глаза. После того, как я высветлила ластиком необходимые все места, я еще раз ватным диском прохожусь по теням глаза. И все, наш глаз готов с длинными, пушистыми, густыми ресничками. На фото можно лучше разглядеть работу, какой получился у нас глаз, как легли тени, где у нас блики, как прорисована ратушка и какие у нас реснички. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, буду вам очень рада. Творческого вам вдохновения и до новых встреч! Пока-пока!